друга, мог даже жену побить, мог наказать, приказать убить, а потом утром очень расстраивался, почему он так сделал. Поэтому слуги иногда знатных людей прятали от его наказания, а утром, конечно, он был очень рад, но тогда слуги платили своими головами. Поэтому не знали, как лучше поступить с капризами такого царя. Народ очень обрадовался, когда объявили, что на смену Камбиза приходит младший брат. Но в это время слухи от гонцов доходят до войска Камбиза. Камбиз, зная, что его брат убит, очень расстроился, что он так поступил. И говорят, что он вскочил на коня, ранил себя в ногу, и от потери крови умирает. Значит, и войско там тоже осталось без правителя.